Мышонок, а ты слышал историю про волка в овечьей шкуре? Ну, да. А как насчет мышонка в крысиной шкуре? Или зайца в костюме охотника? Что думаешь? Не уверен, что это одно и то же. Конечно, не одно и то же. Иногда нужно сменить собственную шкуру, чтобы спрятаться от вражеских глаз. Ты имеешь в виду маскировку? Маскировку, ага. Я в своем укрытии припас очень полезные вещи. Форму высокопоставленных прислужников крысиного короля, например. Будешь выглядеть, как они. Даже пахнуть будешь, как они. Офицерская форма нар нам точно пригодится. Ищи ее в здании, прямо около радара дуга, на третьем этаже. Я расставил там ловушки для них, мышонок. Но эти ловушки убивают и крыс, и мышат. Запоминай стишок. Раз, два, три, четыре, пять. Охотник вышел погулять. Вдруг зайчишка выбегает. И в охотника стреляет. Пиф-паф, ой-ой-ой. Вот умрет охотник мой. Он пополз тогда домой и сказал, что смерть — покой. Так наоборот же, это охотник стреляет в зайчишку. Раз, два, три. Каждый ребенок знает этот стишок. А мой пароль получше. Его никто не знает. Еще я дам тебе ключ, чтобы тебе не пришлось туда вламываться, как вору. С Михаилом все не так, как кажется. Во что он втягивает тебя в этот раз? Нар плавает в мутных и темных водах. Ты уверен, что сумеешь отличить крупную рыбу от кровожадной акулы?
Я на месте. Только что-то не вижу тут отличного обзора. Где вышка?
Или хотя бы холм. Ага, ну да. Но тебе не нужна вышка. Там контрольный модуль рядом. Найди его и включи. Нашел. Что это за штука? Михаил, ты чего-то не договариваешь? И где эта большая шишка? Скоро будет пролетать на вертолете. Тебе нужно только запустить систему ПВО. Она автоматическая, дальше сама разберется. Крутяк, скажи! Это еще советская технология. Вообще, случайно нашел. И не говори, что ты не в восторге от моего плана. Что? Ты хочешь, чтобы я сбил вертолет? Ты, блин, головой ударился? О, контрэр, мон фрэр! Это очень рациональный подход. Надо рубить головы этой гидре. Одну
Это безумие, Игорь. Ты понятия не имеешь, кто на борту. Я в курсе, что мы хотим прищучить нар. Но сбивать неопознанные цели — это военное преступление. Это, блин, полный идиотизм. Я не собираюсь стрелять, не зная наверняка, кто на борту. Может, там женщины и дети, откуда нам знать? Давай-ка соберись, дружище! Все, кто здесь, все в этой вертушке, все они за нар! Каждый из них заслуживает смерти за то, что они сделали со мной и моими друзьями! Понятия не имею, о чем ты. Я не собираюсь этого делать. Все кончено, Михаил. Не смог ты выстрелить, да? Так я и знал. Пошлешь говнюка на дело, и он обделается. Просто смирись и живи дальше. Так, как ты хотел, здесь поступать не принято. Ты мне типа будешь рассказывать, как здесь принято? Эти ублюдки убили моих лучших друзей. Они нас пытали. Они мне электроды цепляли на сошки! Догадываешься, какое ощущение, а? Успокойся, Миша. Я не меньше твоего хочу до них добраться. Но не так же? Не собираюсь я успокаиваться! Ты украл у меня шанс отомстить! Ты думаешь, ты особенный какой-то? Самый, сука, умный? А ты просто вор обычный! Ты просто хреново разочарование, Игорь! Это что вообще было? У меня нет времени на сопляков и трусов вроде тебя! Проваливай! Знаю. Мы часто расходимся во мнениях, но тебе и правда лучше остаться. Ты нужен мне здесь. Да уж, твоя правда. И лучше бы тебе об этом не забывать.
Доброго утречка, сэр. Рад, что ты в хорошем настроении. Если бы я выпил, было бы еще лучше. Но я до шести не пью. Печень берегу. Кстати, спасибо, что помог мне с радаром Дуга. Я знаю, что когда-то ты и сам был с ним связан, но я на тебя за это зла не держу. Очень великодушно с твоей стороны, но я этого не помню. Мой мозг блокирует эти воспоминания. Ага, у всех есть то, о чем хочется забыть. Да и время тогда другое было. Наверное, реально хреново было жить во времена холодной войны. Подумать только, две сверхдержавы готовы в любой момент нажать на красную кнопку. Системы ПРО, управление разумом, эксперименты с ЛСД и даже испытания ядерного оружия. Все это здесь было. Ты что-нибудь помнишь из этого? Единственный взрыв, о котором у меня есть хоть какие-то воспоминания, это реактор РБМК. Откуда ты всего этого понабрался, Сашко? Познакомился с одним парнем, когда мотал срок в бутырке. У него был знакомый, у того другой знакомый. Ну, ты в курсе, как оно бывает. Тогда я думал, что у него просто фляга свистит или он наркоман. Только оказавшись в зоне, я понял, что уж часть из его рассказов точно может быть правдой. Бред, да? Поверь, Сашко, это совсем не бред. Давай... Игорь, тебя-то я ищу, сталкер. Что такое? Как успехи со скрытнями? С тенями. Делаю все, что могу, но эти существа опасны и непредсказуемы. Мне можешь не говорить. Они достаточно моих друзей убили. И, как я понимаю, у Нар с ними дела тоже идут не очень-то гладко. Выглядят они жутко, но убить их точно можно. Наводишь дробовик на их башку, или как это уродство еще назвать, и нажимаешь на спусковой крючок. Тени умеют совершать короткие прыжки в пространстве и времени, поэтому они так опасны. Но убить их — это еще не самое сложное. Мы не сможем отбиваться от них вечно. Нужно выяснить, что они такое и откуда появляются, а затем разделаться с ними окончательно. Нар наверняка как-то в этом замешаны. Я в этом уверен. Ясно. Расскажи, пожалуйста, если узнаешь что-нибудь еще. А я пока продолжу отстреливать им уродливые бошки. Эй, босс, есть минутка? Да? Что ты хотел? Я кое-что хочу спросить у тебя. И мне нужно, чтобы ты ответил абсолютно честно. Ого. Что, Миша, мне уже можно бояться? Нет, но тебе нужно отнестись ко мне со всей серьезностью. А то порой мне кажется, что ты так не можешь. Какие у тебя планы насчет Нар и Козлова? Пока не знаю. А что? А просто мне кажется, что ты готов вести с ними переговоры. Возможно, даже заключить сделку. И я хочу, чтобы ты понял, что я этого не допущу. Вот как? И как же мне тогда поступить, Миша? А перебить их всех к чертовой матери, вот что! Повесить Козлова на самой толстой ветке самого высокого дерева в Припяти! Слушай, я приехал сюда за Татьяной. Это все, что для меня важно. Да, конечно. Для тебя это важно. А как же то, что важно для меня? Тебе много злости, Михаил. Я понимаю, но... Но что? Твоя боль что, сука, важнее моей? Ты строишь из себя крутого и уравновешенного парня. Но иногда ведешь себя как эгоцентричный мудак. Чего ты от меня хочешь, Миша? Татьяна — это твоя цель, а не моя. Я не откажусь от своей мести. Когда тебе нужно, ты не стремаешься использовать меня в своих целях. Придет время, и я использую тебя в своих. Пожалуйста, не кипятись. Ладно? Не делай ничего сгоряча. Ничего не обещаю, профессор. Держись подальше, открыв мышонок. Разумеется. Терпеть не могу этих тварей. Самолет построим сами.
Понесемся над лесами. Понесемся над лесами. А потом вернемся к маме. Но мамы больше нет. Где же она? У меня от твоих разговоров мурашки, таракан. Каждый раз. Маму забрал крысиный король. Раз, два, три. Крысиный король всегда следит за тобой. Куда забрал? В Озерск. Мама была инженером-химиком. Она помогла создать источник энергии для самого первого крысиного короля. Озерск? Город 40. Крысиный король отдал приказ тысячам мышей. И маленькие бедняжки копали без остановки. Копали, копали, копали! Подождем. В грязи, под снегом, в леденящий холод. Многие погибли. Когда большая яма была готова, они соорудили устройство. Твоя мама была там? А потом она исчезла. Превратилась в звездную пыль. Как всегда происходит. Мама была рядом. Достаточно близко, чтобы увидеть все. Она раскрыла тайны энергии крысиного короля. Нашла ключ к загадке Чернобылита. Мне очень жаль, таракан. Я знаю, каково это — терять близкого человека. Что случилось, Игорь?
Чем могу помочь, проф... Привет, от... Срад... Отлично. Я готов учиться, великая охотница. Только никаких шуток во время тренировки. Не то организую тебе подзатыльник, понял? Ну ладно. Вижу, задача меня ждет непростая. Это будет крайне сложно, возможно, даже опасно. Я думал, ты меня будешь учить правильно собирать сумку. Как это может быть опасно? Опасно для моего психического здоровья. Но не будем забегать вперед. Во-первых, я хочу обратить внимание на тот факт, что ты почему-то решил, что только я могу научить тебя искусству упаковывания. Полагаю, это потому, что я женщина. И это, на мой взгляд, чудовищный сексизм. Прошу прощения? Ты прощен. Тем не менее, у меня и правда припрятана пара любопытных приемчиков, которые тебе наверняка пригодятся. Скажу честно, Игорь, когда я смотрю, как ты организовал все на складе, мне плакать хочется. Ты умеешь плакать? Ничего себе. Я плачу внутри себя. У меня душа болит, когда я вижу эту свалку хлама пополам с безнадегой. Никаких четких линий, никакой эстетики. Просто мужское логово, провонявшее тестостероном. Немного рисковато. Тебе не кажется? Но ничего. Как сказал один мудрец, когда ученик готов, то и учитель найдется. И этот учитель ты. Да, я. И вот первый секрет. Это все идет из головы. В каком смысле? Беспорядок в голове ведет к беспорядку в вещах. Чем лучше ты организован, чем яснее твои мысли, чем чище разум, тем лучше ты можешь распределить вещи. Но... Никаких «но». Не спорь, не отрицай, не борись с истиной. Просто молча впитывай мудрость. Я дам тебе подумать об этом несколько минут. Или часов. Отлично, Игорь. Только не зазнавайся. Тебе не помешает практика. Много практики.